наконец-то у меня дошли руки до того, чтобы пройти заново игру до этого момента, когда ты приходишь в Эритил, но не проходишь босса, который Олдрик, пожиратель богов. Если ты его не проходишь, то, как и в любой другой локации, мест для фантомов не 2, а 5. И поэтому можно устраивать жесткие замесы. Наверное, я сейчас могу вообще умереть, но нет. Кто-то умер. Так, 2 на 2 остались мы. Халу. Сука, банальница. С мечами, включай меня. 4, блядь, давай все будем сыграть с этими мечами. Это пиздец. Самое важное, что они друг друга тоже дамажат, как враждебные друг другу. Раз. Отлично. Теперь надо попытаться от них съебаться. Похуй через дерево. Спасибо, чувак. Безымянная королева, что ты покажешь мне интересного? Будешь убегать? Чем ты там играешь? С ножом, блядь? Пашу. Черт! Это мне повезло на самом деле, не думал, что он так подставится по-тупому. Сколько 130к за него дали? Ёбнуться. Неплохо, неплохо. Так. Никого больше не осталось.